зовут? Роман. У тебя сейчас был бой, ты его выиграл. Скажи, что тебе принесло удачу и успех? Трезвый образ жизни, занятия спортом. Сколько ты тренируешься у Дмитрия Воробьева? 4 месяца. Где ты раньше был? В каком клубе занимался? В Шаолинь кикбоксом занимался. И почему ты пришел в ЯК? Потому что у меня все друзья там занимаются. Мы поздравляем тебя с победой и желаем тебе успехов. Спасибо. Спасибо. Андрюх, работай! Как твоя?